Со словами поздравлений и добрых пожеланий к ветерану кинофикации обратится председатель Костромской областной думы Алексей Алексеевич Анохин. Добрый день, уважаемые чехловичи, уважаемые земляки. Пришел в этот зал детства, когда мы, Жил Анфимова, прибегали сюда, чтобы смотреть фильмы, интересные фильмы, «Неуловимые мстители», «А зори здесь тихие», «Земля Санникова», которую вы только что смотрели. Поэтому трудно переоценить роль вообще кино, мировоззрения человека. Мы только что закончили 15-й год, год литературы, книжный год. И вот сейчас приходит год российского кинематографа. И это особенно важно и актуально, когда наши дети, подрастающее поколение, столкнулись с такой серьезной проблемой, которая называется интернет. Сидят они в этом интернете, играют в компьютерные игры, смотрят непонятные ролики, и что-то надо этому противопоставить. Безусловно, это книга в первую очередь, а вторую очередь это кино. И у нас, наш Костромской край, он очень связан с кинематографом, а ваш Чухонский район особенно, потому что вы знаете нашего великого земляка, народного артиста Советского Союза Михаила Пуговкина, который был родом и родился здесь, на Чухонской земле, которого знают, пожалуй, все-все-все люди нашего поколения, да и молодежь, наверное, тоже знает вот, по тем фильмам, которые и транслируются на экранах. А в Костроме вы знаете, с Костромой имя, связаны имена таких монстров кинематографии, это и Кадочников Павел, это и Эльдар Рязанов, это и Никита Михалков, которые снимали в Костроме свои фильмы, которые стали шедеврами, по большому счету. А в соседнем Галиче, вы знаете, что снимался фильм «По щучьему веленью», и там, в районе Чолсмы. Буквально недавно там проходили мероприятия, связанные с «Днем щуки», и как раз вот это тоже было приурочено к открытию года кино. Вообще о кино можно говорить очень-очень много, но а что дальше? Значит, правительство приняло решение по оснащению городов с численностью свыше 10 тысяч специальными современными залами. И вот Костромская область получит два таких зала в Шарье и в Галиче, которые в этом году будут оборудованы как раз в 3D, для того, чтобы можно было как-то возвращать интерес зрителей именно к кино, потому что, ну что по большому счету, можно отключить ящик, да, и смотреть. А с другой стороны, здесь ведь особая атмосфера. Здесь приходишь, пообщаешься, здесь особый дух, здесь общие эмоции, которые объединяются, когда видишь на экране сопереживание вообще. Поэтому не заменить никаким телевизором, домашним кинотеатром то, что происходит в зрительном зале. И, безусловно, как бы там ни было, вот отношение, интерес к кино, оно возрождается. И у меня особые слова благодарности к людям, к ветеранам, которые связали свою жизнь с этим искусством, которые несли, доносили одно из лучших и сильнейших искусств, как кино. Живите долго, будьте здоровы, будьте счастливы. И вместе с нами, и вместе с молодежью приходите и приводите сюда для того, чтобы смотреть фильмы здесь, в родном кинотеатре «Экран». Дорогие друзья, ну, с годом кино, но впереди у нас еще один праздник. Мужской мы отметили, а впереди у нас женский праздник, и здесь очень много женщин. Я хочу от всего сердца поздравить всех вас с первым весенним, добрым, любимым женским праздником. Будьте счастливы, будьте здоровы. Будьте всегда в центре внимания мужчин, которые вас окружают. Всего доброго.
Слово предоставляется депутату Костромской областной думы Алексею Борисовичу Баранову. Добрый день, уважаемые друзья. Я рад приветствовать вас всех в этом зале нашего кинотеатра. Он сегодня сохранен в нашем городе благодаря прекрасному руководителю этого кинотеатра, благодаря администрации нашего района. И вот я вас приветствую здесь видеть вот этот прекрасный год российского кино. Действительно, это еще раз говорит о том, что в нашей Костромской губернии проходили очень масштабные киносъемки, более 100 фильмов было снято, таких выдающихся режиссеров, как и Михалкова, и Эльдара Рязанова, и сказки были сняты, как Алексей Алексеевич говорил, в Галичском районе, и «По щучьему велению» сказка, и сказка «Снегурочка» также снималась в нашей Костромской губернии. Поэтому это еще раз говорит о том, что наша Костромская губерния богата не только своими пейзажами, не только богата своей архитектурой, но еще и богата людьми, которые живут в этой губернии, сохраняют и передают из поколения в поколение все нравственное воспитание и патриотизм нашим детям. Поэтому вот год кино, я считаю, что и очень важный в данное время жизни в нашем государстве, в нашей области. И поэтому вот то, что сегодня есть у нас в районе, это очень прекрасный есть кинотеатр, где мы можем всегда наполнять этот зал, посмотреть фильмы, пообщаться, поговорить и дарить радость общению. Поэтому я вас поздравляю, что на нашем Чухонском районе сегодня такое мероприятие, открытие года кино российского. Поздравляю вас с этим праздником, ну и всех женщин также в преддверии праздника 8 марта. Поздравляю вас с 8 марта и желаю вам самое главное здоровья и женского счастья. Спасибо. Сегодня уже трудно себе представить жизнь без кино. Однако его история берет свое начало не так давно, в 19 веке. В 1878 году русским фотографом Иваном Болдыревым была изобретена первая кинопленка, а первый платный киносеанс состоялся 28 декабря 1895 года в Париже, в доме номер 14 на бульваре Пуцина, где был официально продемонстрирован документальный фильм, снятый братьями Люмьер под названием «Прибытие поезда». Максим Горький в статье о первых киносеансах дал такую оценку этому фильму. И вдруг что-то щелкает, все исчезает, и на экране появляется поезд железной дороги. Он мчится стрелой прямо на вас. Берегитесь! Кажется, что вот-вот он ворвется во тьму, в которой вы сидите, и разрушит, превратит в обломки и в пыль этот зал и это здание. На зрителей это произвело большое впечатление. Они даже вскакивали со своих мест. Некоторые в панике пытались покинуть зрительный зал. С тех пор считают, что кинематограф родился 28 декабря 1895 года. Через 5,5 месяцев после первых коммерческих киносеансов в Париже кинематограф появился в России. 4 мая 1896 года на открытии летнего сезона в увеселительном заведении «Аквариум» в Санкт-Петербурге начались гастроли иностранного аттракциона «Кинематограф братьев Люмьер». В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была лента «Понизовская вольница» режиссера Владимира Ромашкова,
по мотивам народной песни о Стеньке Разине из-за острова Острежево. Длился первый российский фильм всего 7 минут. А первая цветная отечественная лента вышла на экраны в 1925 году. Это был знаменитый броненосец Потемкин Сергея Эйзенштейна. С тех пор кинопроизводство претерпело масштабные изменения. От немого кино до звукового, от черно-белого до цветного. Кино быстро стало мировой модой. В истории кино российский кинематограф по праву занимает одно из ведущих мест. В ряд блистательных шедевров мировой кинематографа вошли фильмы Андрея Тарковского, Сергея Параджанова, Киры Муратовой. Работы российских режиссеров не раз удостаивались престижных мировых наград. Так, в разные годы самая престижная международная премия «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» была вручена Сергею Бондарчуку за картину «Война и мир», Владимиру Меньшову за фильм «Москва слезам не верит», Никите Михалкову за кинодраму «Утомленный солнцем». В 2000 году в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» премии «Оскар» был удостоен мультипликационный фильм Александра Петрова «Старик и море». В 1943 году Американская киноакадемия присудила свою премию в номинации «Лучший документальный фильм» советскому фильму Леонида Варламова «Ильи Капалина. Разгром немецких войск под Москвой». Главный приз Каннского фестиваля «Золотой пальмовой ветви» получил в 1958 году фильм Михаила Колотозова «Летят журавли». Не одно поколение российских зрителей воспитано на фильмах известных российских режиссеров. Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова, Георгия Данелия, Станислава Говорухина, Леонида Быкова, Александра Роу, которые пользуются неизменной любовью и признанием наших соотечественников. С годами эти фильмы не стареют, а приобретают все большую популярность. Спасибо.